Поздравлять Ивана Невзорова с 95-летием собрался целый двор. Более того, все теплые слова звучали под аккомпанемент военного оркестра. Ветеран Великой Отечественной войны, а также ветеран Гродненской пограничной группы с теплотой и трепетом встретил коллег на пороге своего дома. Ивана Александровича Невзорова призвали на фронт совсем юным в декабре 1944-го. В составе гарнизона он охранял стратегический объект – мост через реку Клязьму в районе города Горький. После войны боролся с бандформированиями. В пограничных войсках Иван Александрович отслужил 29 лет. Всегда был образцом дисциплинированного солдата и офицера. За все время не получил ни одного взыскания. Проехал, как говорится, с запада до востока, с востока на запад. И на западе в Гродно остановился. И там живу 50 уже лет. А вот посчитал, сколько километров я в нарядах был. Граница Советского Союза была 66 тысяч километров. Так вот я посчитал, примерно половину я пешком прошел по этой границе. Вот так, пограничная служба. Каждый день 8 часов пешком. Это сейчас на машинах больше, а мы все пешком. Каждый день вот так и служили. Со словами благодарности за службу и доблестное исполнение своего долга Ивану Александровичу были вручены цветы и подарки от администрации Ленинского района города, военнослужащих Гродненской пограничной группы БРСМ и ветеранских организаций. Человек, который всю жизнь, значит, прослужил в наших вооруженных силах, который сейчас проводит огромную героико-патриотическую работу среди молодого поколения, оказывает большую помощь нашей ветеранской организации, нашим ветеранам. Сегодня в Ленинском районе осталось в живых 36 ветеранов Великой Отечественной войны. Время берет свое, как говорится, время берет свое, ну и все меньше и меньше становится ветеранов. Поэтому нам очень приятно и очень радостно, что вот такой человек у нас есть, активный участник войны, который помогает во всех делах организовывать и проводить нашу работу.